Вы смотрите новости. В Жосале прошла главная сельскохозяйственная ярмарка. Ярмарка нового урожая была богатой. Всего было привезено 224 тонны разной продукции. Овощи, бахчевые, корма, жирность, овцы и козы. Аграрии привезли 21 тонну риса по 450 тенге за килограмм. В ярмарке приняли участие бахчеводы, которые вырастили собственный урожай на подготовленных акиматами землях. В этом году более 800 семей района посадили бахчевые на этих площадях. В нашем районе мы подготовили 392 гектара земель. 832 семьи посадили бахчевые культуры. Излишки собранной продукции они привезли на ярмарку. Всего на 32 автомашинах хозяйство привезли 224 тонны продукции. Бахчевые культуры, овощи, рис – все отпускаем по ценам на 10-15% ниже рыночных. Жители района всегда с нетерпением ждут эту ярмарку, чтобы сделать запасы на зиму. Цены ниже рыночных, все доступно. Рис, например, по 11-12 тысяч мешок, на базаре дороже. Большое спасибо за такую ярмарку. Взяла арбузы, дыню, цены доступные. Цены очень радуют, все свежие, натуральные. В рамках диверсификации в районе планируется увеличить площади овощей и бахчевых. Это один из действенных механизмов развития собственного производства сельхозпродукции. Насыщенная ярмарка, а также сдерживание цен на социально значимые продукты. Лимар Эргабаева, Асхат Тажиев, Баужан Кужамуратов, Турихан Кужахметов, телеканал Кызылорда.